В субботу вечером неподалеку от остановки «Поворот» 2-й Хабаровск врезался в дерево рейсовый автобус с пассажирами. За рулем Джон Тона 24-го маршрута сидел трудовой мигрант, уже получивший российское гражданство. Он предполагал, что ДТП произошло из-за неисправных тормозов. Якобы поломка случилась уже во время движения. 28-летний шофер, получивший права в феврале этого года, ехал от остановки «Продмаш» в направлении Южно-Портовой. На дороге Джон Тон занимал правый ряд. Впереди по соседней полосе двигался 52-летний водитель Toyota Land Cruiser, который решил перестроиться и встать перед общественным транспортом. Автолюбитель понял, что случилось что-то неладное, когда увидел падающее в опасной близости от его внедорожника дерево. Я сам не знаю. Я перестроился, ехал, все, тут дерево падает. Я только отвернул, и все. То есть вы автобус вообще не видели? Нет. А перестраивались с какого ряда в какой? Со второго в первый, еще метров за 20 отсюда. То есть плавненько, да, так? Конечно. А тут пробка была. Начинающий шофер говорил, что не успел бы остановиться перед «Тойотой», водитель которой так внезапно занял место на дороге перед ним. Чтобы не таранить внедорожник, решил отвернуть на обочину. Джон Тон ударился о дерево, в результате чего на нем разбилось лобовое стекло. Ствол надломился у самого корня. Падая, дерево осыпало другие машины ветками. Эти транспортные средства повреждений не получили. После столкновения 24-й проехал еще метров 10, прежде чем смог остановиться. В салоне Джон Тона находились 20 человек, пострадавших нет. Версию о неисправности автобуса проверят, но, похоже, причина ЧП крылась в несоблюдении безопасной дистанции и неопытности шофера. С места происшествия Юлия Рябцева, Михаил Сергеев и Павел Рогатин.